Поднятие флага Федерального научного центра овощеводства. Традиционно начинается ежегодная международная конференция селекции семеноводства овощных культур. В этом году она проходит уже в 9-й раз. Ученые обсуждают вопросы импортозамещения тыквенных культур. У нас это производство ежегодно составляет порядка 26 миллионов тонн. Это довольно большая цифра. И надо сказать, что Российская Федерация в 1990 году имела этой продукции 10,4 миллиона тонн. Среди обсуждаемых тем – достижения в области селекции и выращивания новых сортов, адаптированных для условий нашего климата, а также организма россиян. Вопросы обсуждаются крайне серьезно именно в рамках доктрины продовольственной безопасности, как насытить нашу страну отечественными селекционными достижениями, которые бы дали качественные овощи для обеспечения рациона питания наших граждан. По телемосту с участниками встречи на связь вышел директор департамента координации деятельности организации в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров. Он отметил прекрасную работу своих коллег и выразил всем благодарность. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».